Так, ладно, всем привет. Наверное, пора начинать семинар. Кто-то слышит меня? Да, добрый день. Да. Прекрасно. Можете включать камеры, не стесняйтесь. Посмотрите, как выгляжу я, можете ничего не стесняться. То, что там кто-то вас увидит. Так, ладно, пока там остальные подключаются или не подключаются, как у вас настроение? Как ощущение от окоса, от контеста? Ну, там вроде дедлайн не скоро, поэтому пока еще мало как. Знаю, что неправильный подход, но вот он такой. Это по первой домашке? Да. А нас всегда будут банить за всякие, типа, лишние переходы, там, вот эта штука. Да. Ну, не совсем. А с чем это связано? Типа, мы со скоростью гонимся? Мне кажется, со скоростью гнаться в ассемблере. Нет, мы не гонимся за скоростью. Просто пока мы проходим ассемблер, тут у нас программы будут там в 10-15 строчек, и, ну, нужно за что-то вас банить, во-первых. Нет, ну, а во-вторых, вам нужно разобраться, как это работает, и прям хорошо внутри поковыряться. Вот, поэтому какие-то неоптимальные штуки лучше, хоть они и не сильно будут аффектить скорость работы, но лучше, чтобы вы поняли, как это делать хорошо. Вот, то есть сейчас мы вас будем банить за всякие такие, типа там за отступы, за лишние джампы, за какие-то неэффективные вещи. Ну, а дальше уже мы более лояльно это будем делать. Вот, потому что там будут более серьезные вещи, за которые можно вас побанить. Вот, но пока с ассемблером, да. С ассемблером так. Нужно привыкнуть писать, стараться писать. Так, аккуратно и используя оптимальные какие-то решения. Вот. А с виртуалками и всеми вот этими штуками вы разобрались? Есть кто-то? Да, мне писали, что один человек писал, что возникли проблемы. Вот. Еще кто-то, может быть, есть, кому-то нужна помощь. А можно будет потом, ну, как-то после семинара спросить, как с Маком работать, М1? А, М1? Ну, можно. Не уверен, что я смогу сильно помочь в этом, но мы можем попробовать, да. То есть мы сегодня после семинара, будет дополнительное время, можно разбираться с проблемами этого плана. Мне кажется, на М1 лучше через сервер, потому что, ну, я не знаю, вот у меня тоже М1, мы все силом пытались решить проблему, ничего не получилось. А, ну вот. Да, так что, возможно, стоит запросить доступ, да, и на сервере делать. Сразу. У меня вопрос по поводу домашек. Несколько дней подряд висит сдача пятой домашки, но я написал им. Пятой задачи и первой домашки. Я написал код, отправил, и его ревьюет. При этом человек, Арсений Корнеухов, по-моему, это сдал раньше меня, и у него тоже еще не проверили. Ее просто пока не могут проверить или просто так не проверили? Нет, если вы... Нет, в общем, скорее всего, там она еще не проверена, да. То есть у нас просто висят эти посылки, и никто до них не дошел, никто ничего не посмотрел. А сколько так может висеть? А, ну, потенциально сколько угодно, вот. Но мы будем стараться побыстрее это делать. Даете 2 недели, там... Да, вот. Ну, там... Насколько рано начинать надо делать? Чтобы было честно, если вас реджектят, и вы там исправляете этот реджект, задача заходит даже после дедлайна, то балл не снимается. А, окей. А, вот. Все, вопрос. Да, но если после дедлайна вы сдали задачу, и она не зашла, тогда балл уже будет сниматься. Вот, то есть нужно аккуратно с этим быть. Вот, но мы будем стараться быстрее проверять, вот, но пока как есть. То есть потенциально это может быть долго, но надеюсь, что не будет. Окей. А какие-то еще вопросы организационные есть? У кого-то? Ну, видимо, нет. Хорошо. Так, давайте тогда, смотрел ли кто-то лекцию вторую? Прекрасно. Ну, хорошо, что вы, конечно, не смотрите лекции.
Ладно, я на самом деле мы сейчас быстренько пробежимся, потому что было на лекции, без каких-то особых деталей. Вот, просто тезисно посмотрим, что проходилось, какие новые штуки вы узнали, потому что сейчас у вас будет каждую лекцию очень много всего нового, и если скипнуть, то дальше прям вообще ничего непонятно будет. Вот, там дальше появятся всякие там звездочки, скобочки непонятные, и все, и до свидания. Поэтому лучше не пропускать лекции, хотя бы там в X2 как-нибудь, чтобы посмотреть, чтобы хоть понимать, про что речь идет. Окей. Тогда давайте сейчас мы рассмотрим, что происходило на лекции, потом попишем код, и потом кто-то из вас попишет код. Вот, будем стараться делать семинарские баллы. Вот. Так, какие-то вопросы, предложения есть? Или начинаем? Так, ну ладно, давайте начинать. Так, первое, что проходилось на лекции. Так, во-первых, видели вы мой экран? Да, хорошо. Так, мы на лекции разобрали, как пользоваться переменными. Вот. Что у нас здесь есть? У меня есть простая программа, которая печатает переменную 42. Вот. Для этого, для того, чтобы нам так сделать, нам нужно выбрать какую-то секцию и сюда что-то сложить. Вот. То есть у нас каждая секция имеет какой-то адрес, и мы на самом деле внутри работаем с адресом, но можем об этом не думать, можем думать, как будто это просто переменные. Вот. Можем, соответственно, написать здесь тип и значение сразу. Кроме этого, можем сюда написать сколько угодно таких значений, и они все будут по соответствующему сдвигу лежать. То есть вот этот будет по сдвигу 0 лежать, это по сдвигу 4, по сдвигу 8 и так далее. Вот. Что в этой программе сейчас происходит? Если я запущу, она называется... Variable S. Да, вот она вывела 42. Вот, соответственно, что мы сделаем? Мы сделаем move x в регистр EAX, и после этого вызываем write и finish. Вот. Таким образом, мы можем как-то работать с переменными и, ну, соответственно, давать здесь какие-то перемены. Первым можно также сделать y. Не знаю, 53. Если мы сделаем... Где курсор? Да, если мы Y переместим туда, то, по идее, должно быть... Да, должен вывести с Y. Так. Что дальше мы можем делать с переменными? Кроме того, что мы можем их использовать в регистрах, мы еще хотим их перезаписывать. Вот. Но когда мы... так, сейчас. Да. Да, но когда мы пишем так, как вот здесь мы написали, то мы на самом деле помещаем переменные в код программы, и редактировать их нельзя, потому что редактировать код программы мы не можем. И для этого их нужно поместить в специальную секцию, которая называется дата. То есть вот если мы напишем... Вот, то после этого все будет сразу хорошо. У нас текст программы находится на самом деле в секции текст, а данные, которые мы хотим сохранять как в переменных, они находятся в секции дата, и после этого их можно уже будет менять. Так, сейчас просмотрим пример. Так, вот у нас есть, соответственно, две переменные. X — это 42, Y — 50. И что мы хотим? Мы хотим, попробуем переместить X
в EAX. Точнее так, ну, давайте поменяем просто X и Y местами, но просто move X, Y мы сделать не можем. Нам нужно, чтобы там был хотя бы один регистр. Поэтому мы что сделаем? Мы сделаем move X в EAX, а EAX в Y. Вот. И после этого, то есть мы, получается, переместили X в Y вот в этих вот двух строчках. И после этого хотим напечатать Y. Ну, посмотреть, что в Y находится. Соответственно, чтобы это сделать, мы перемещаем Y в EAX и печатаем. Так, и по идее должен у нас напечататься, то есть если мы вот так вот сделаем. Вот, должен напечататься у нас что? 50. Да, напечатался 50, потому что мы печатаем Y, и в Y лежит 50. Вот, но если мы раскомментим эту часть, то теперь там лежит 42. Вот, мы переместили X в Y, Y напечатали, там оказалось 42. Так, по этому поводу есть какие-то вопросы? Кроме этого, здесь мы можем писать не int, здесь мы можем писать еще и там разные типы другие, можем string написать, это мы дальше увидим, как это делать. Можем просто выделить какой-то блоб данных, то есть мы можем написать .skip и дальше здесь кусок какой-то. То есть только если вот здесь вот мы указывали, что нужно положить, то когда мы пишем skip, нам нужно указать, сколько данных, сколько места выделить в байтах. Вот, если у нас int — это 1 байт, то 4 байта, то мы под 100 интов должны выделить 400 байт. Вот. И после этого в Y мы можем сложить 101 int. То есть один вот сюда, и 100 еще поместится вот сюда. Ну, это каждый раз надо со сдвигом делать, типа, да, там в каком-то цикле ходить и забивать. Да, да. То есть если мы как только... Когда это работает так же, как в массивах в C. Вот, то есть если у нас вот так вот объявлен тут, да, когда мы обращаемся к Y, мы обращаемся к первому элементу, к первому адресу, а дальше мы на самом деле зарезервировали еще 100 адресов дальше, и чтобы к ним обратиться, нужно прибавлять 4, вот, чтобы к следующим элементам обращаться. Еще не 100, мы зарезервировали 400, вот. Но поскольку у нас int занимает 4, то мы по 4 вот так будем двигаться и получать следующий элемент. Так. Есть какие-то вопросы? С этим понятно? Ну, короче, вот x он воспринимается по значению. А как взять у него адрес? Чтобы адрес взять, нужно... Нужно указать... знак доллара, и тогда там будет лежать адрес. Вот, мы с этим еще встретимся дальше, вот, но сейчас там лежит значение, вот, а чтобы с адресом, да, нужно указать доллар. Вот, мы это еще увидим, когда попробуем избавиться от вызовов функций write io, или как там, ну, вот эти библиотечные функции, которые у вас есть, вот, попробуем использовать print. С этим мы еще столкнемся. Так, какие-то еще вопросы? Хорошо, ладно. Давайте пойдем дальше. Да, вот здесь вот показывается skip. Вот, соответственно, можем его разместить как в области текст. Вот, то есть тут у нас, опять же, текст, на самом деле, она тут автоматически считает, что текст. Вот, если мы здесь сделаем skip, то у нас в коде программы будет 16 адресов. Если мы это перенесем в дату, то будет как раз тот случай, который мы говорили до этого. Так, теперь поговорим про то, как пользоваться этими данными, которые мы научились выделять. Попробуем сделать следующее. Пусть у нас будет массив,
Массив мы объявим, вот тут у нас будет объявлен. В нем, соответственно, будет 200 элементов, ну, 200 интов мы выделим. И у нас будет у каждого инта размер 4 байта. Соответственно, чтобы выделить по 200 интов память, нам нужно 800 байт выделить. И что будем делать? Мы будем читать со входа, индекс и значение. После этого будем печатать значение, которое было по этому индексу, и обновлять его на новое. Вот. Что нам для этого нужно? Для этого нам, ну, как всегда, мы считаем сначала индекс, переложим его, индекс читается в EAX, потому что read E32 читает в EAX все. Переложим его в EBX, чтобы не потерять. Дальше считаем значение и его переложим в EDX. Вот, теперь у нас в EBX лежит индекс, с которым мы хотим поработать в нашем массиве, а в EDX лежит значение, которое мы хотим туда записать. Так, вот, как раз то, что спрашивалось. Теперь мы хотим получить доступ к нужному элементу в массиве. Для этого нам нужно взять адрес нашего массива. Как вот раньше спрашивалось, вот мы написали доллар, и у нас в EDI будет лежать адрес этого массива. То есть просто... ну, чиселки, которые можно интерпретировать как адрес, и он будет корректный. Вот, теперь у нас в EDI лежит адрес, адрес первого элемента в array. После этого мы хотим не к первому элементу получить доступ, а к какому-то конкретному, там, к пятому. Чтобы получить доступ к пятому элементу, нам нужно сместиться на 20 байт. Потому что у нас каждый элемент занимает 4 байта. Поэтому мы что делаем? Мы умножаем наш индекс на 4. Понятно, почему нужно умножать на 4? Вот, потому что если... У нас 32 бита в числе, а сдвигаемся мы на 1 байт. Ой, 30, да, все правильно. Ну да. Бита в числе, сдвигаемся на 8 бит на 1 байт. Да, то есть для того, чтобы получить доступ к итому значению в массиве, нам нужно сдвинуться на и умножить на 4 адресов. Вот. Мы делаем это умножение сдвигом, два раза сдвигаем влево, таким образом умножаем на 4. И после этого мы прибавляем к нашему указателю индекс умноженный на 4, который мы вот скрафтили. Вот. После выполнения этой строчки у нас в EDI лежит адрес нужного нам элемента в массиве. Вот, потому что мы взяли первый элемент, прибавили к нему индекс, умноженный на размер элементов, и получили то, что вот мы сделали, получается, отступ от начала, как раз тот, который нам был нужен. И теперь у нас в EDI лежит адрес, а нам нужно получить значение по этому адресу. Чтобы это сделать, используются круглые скобки. Вот. И после этого, когда мы делаем move в скобках EDI в EAX окажется как раз элемент, который лежал по адресу EDI. Вот. Мы его переместили в EAX. После этого можем вызвать write, написать то, что у нас в EAX лежит. И после этого мы положим в то место, куда сейчас указывает EDI, новое значение. То значение, которое мы как раз читали. Вот оно там лежит, оно лежит в EDX. Вот, мы его вначале в EDX положили. Да, вот вначале в EDX положили, и теперь мы из EDX кладем в то место, куда указывает EDI. Так, ну да, и здесь я все зациклил, чтобы просто мы могли много раз это делать. Вот, здесь там можно сделать условия выхода, там, если мы 0 ввели, например, или что-то такое, но нам это сейчас не очень интересно. Будем просто бесконечно открутиться. Так, теперь давайте соберем и посмотрим, что работает. Так, если мы ведем какой-то индекс от 0 до 200, соответственно, мы ведем, например, 3 и 50.
То есть мы хотим получить значение по третьему индексу и положить туда, ну, обновить там значение. Вот, мы получили, что там лежал 0, и значение обновилось. Как мы это можем проверить? Мы можем опять же сделать 3,50 и посмотреть, что да, там действительно в тот раз лежало 50. Вот, можем положить в нулевой индекс что-то. И оно тоже положится. Так, ну, таким образом это работает. То есть мы, как успели до этого сказать, мы берем адрес начала нашего массива, нашей памяти, которую мы выделили. После этого мы по-умному, как-то по-хитрому двигаемся по этой памяти такими окошками из 4 байт. И как только мы дошли до нужного места, мы ну, что-то с этим делаем. Или модифицируем, как вот здесь вот. Обратите внимание, что здесь мы тоже двигаем не просто в EDI, потому что в EDI сейчас лежит адрес, и если мы сделаем просто с мовым в EDI, то мы просто потеряем адрес, и у нас будет значение EDI сжать в EDI. А мы хотим, чтобы оно именно записалось по этому адресу, поэтому здесь мы тоже используем круглые скобки. Так, да, и из важного еще, что здесь array лежит в области data, потому что иначе мы бы не могли его менять. То есть если мы сделаем, закоммитим дату, то вот, то мы получаем segmentation fault, потому что память, которую мы собираемся поменять, не предназначена для того, чтобы мы ее меняли, и работать это не будет. Поэтому нужно обязательно писать дату в области, которую мы хотим поменять. То, что мы сейчас сделали, понятно? Или давайте я поясню, потому что дальше будет чуть сложнее. Вот это вот то, что закоммиченное, там вот 13-12-1 строчка, это типа... Это вот я сейчас как раз то, что будет усложнение. Okay. Это я сейчас буду говорить, да, про это. Так, пока, потому что мы сделали, вопросы есть? Окей, хорошо, будем считать, что нет. Да, теперь... Вот эти файлики, их можно будет где-нибудь найти? Да, да, я их выложу в GitHub. Все, опять туда же, где и прошлый семинар был. Да, что, кто-то хотел что-то сказать? Еще вопрос. А где записи семинаров лежат? Я так и не понял. Записи семинаров видео имеется в виду? Ну, да. А, там есть на Ютубе, я не знаю, как это называется, плейлист или не плейлист. Там лежат типа стримы. Вот. И чтобы его найти, вам нужно перейти по лекции. То есть там где-то в чате есть лекция, и там все семинары, все записи есть, и все лекции есть. Понял, спасибо. Вот, но просто так на Ютубе что-то их невозможно найти. Я пробовал, их нужно именно по ссылке переходить. Так они скрыты, что там бесплатно никто не учился. А, ну, может быть, не знаю. Я не про пользователь Ютуба, я не знал, что так можно делать. Хорошо. Ну да, в общем, они там есть. Я видел лично глазами, так что их надеюсь, что можно будет там до сих пор найти. Ладно, хорошо, тогда раз тут все понятно... Давайте посмотрим, как бы мы могли более умно это записать. Напомню, что мы здесь делали. Вот мы хотим сейчас, мы будем сейчас переписывать вот эти вот 4 строчки. Что мы сделали здесь? Мы, во-первых, получили адрес памяти, который мы выделили под массив. После этого мы наш индекс умножили на 4, чтобы получить сдвиг в нужной размерности. После этого мы наш сдвиг прибавили к адресу начала. И после этого мы переместили то, что лежало по этому сдвигу, в EX. На самом деле это можно сделать более коротко. И даже есть шанс, что это будет работать быстрее, но я не гарантирую. Так, вот, что мы можем сделать? Мы на самом деле можем воспользоваться такой семантикой. Вот этот вот кусок мы могли написать вместо этого. Вот это. Что здесь написано? Здесь написано, что нужно переместить вот то, что вот в этом выражении написано. Ой, боже мой. Нужно переместить вот это вот в EX. А что такое вот это вот? Вот это вот, это... У нас адрес,
индекс и множитель для индекса. Вот, то есть здесь буквально написано, что возьми то, что у нас лежит по... То, что... адрес, который лежит в EDI, и прибавь к нему EBX, умноженный на 4. И после этого то, что получилось, он сложит в EX. Вот. Это значит, что мы вот эти вот три строчки могли бы на самом деле заменить вот этой одной командой. Вот. Здесь дальше написана трактовка, что это означает. То есть, ну, она грубо написана, не прям с регистрами. Вот. У нас, получается, берется EDI, к нему прибавляется EBX умноженный на 4, и все это складывается в EX. Вот. Кроме этого... Это типа сразу разуминуется? Да. Да, потому что там будет значение лежать, да. Вот. Кроме этого, на самом деле, мы могли бы сделать следующее. Мы могли бы указать, просто вот здесь вот написать Y и сделать следующее. То есть, если бы мы написали на самом деле еще Y спереди, то у нас превратилась бы наша запись вот в это. Мы бы взялся бы адрес от Y, к нему прибавилось бы то, что лежит в EDI, и к нему бы еще прибавилось EBX умноженное на 4. И это положилось бы в EAX. А Y это наш массив или это... Y, да, это я копипастил с лекции. На самом деле тут Y это... Давайте я заменю. Так, возможно, то, что сейчас убил. Да, он там байт спросил с парц. Да. Да, на самом деле вот так вот должно быть, конечно. Да. В нашем случае, поскольку у нас мы сдвигаем от начала массива, то мы могли бы сделать просто следующее. Мы могли бы написать R, после него пропустить первый регистр, потому что нам ничего, никакой сдвиг там не нужен, и написать EBX 4. И в таком случае у нас бы это превратилось в адрес от array плюс EBX умноженный на 4. Как раз то, что мы вот здесь вот в этих строчках сделали, вот в этих четырех. Получается, что вот эти вот все четыре строчки мы могли бы на самом деле заменить на одну вот эту строчку. Ну, не на всю, а на команду, которая здесь лежит. У меня вопрос есть. Чем отличается вот второй, который or и our case? Мы типа можем съезжать от начала списка куда угодно и считать это началом или как? Да, ну, допустим, нам нужно было отступить. Мы бы хотели отступить не на кратное 4, да, там, не, ну, допустим, мы хотим отступить на 16. Тогда мы просто спокойно вот это вот используем, то, что здесь написано, и отступаем, и в BX кладем 4 и отступаем на 16. А если бы нам нужно было отступить на 17, например, то так бы мы уже множителем не смогли бы пойтись. Тогда бы мы в EDI положили бы 1, EBX 4, и отступили бы от начала на 17 байт. Вот, то есть потенциально это возможно. Например, если бы мы работали с строчками, то мы работаем сейчас с центами, поэтому нам нужно итерироваться по 4 байта. Но если бы мы работали со строками, нам нужно было бы итерироваться по одному. И тогда бы нам уже вот это было бы актуально. Возможно, в таком случае мы бы уже EBX не использовали с множителем, а использовали бы только вот первый оперант в этой операции. Я понял по себе. Так, хорошо. Понятно, что мы здесь сделали? Ну, будем считать, что да. Будем считать, что вопросов нет. Тогда пойдем дальше. Что дальше? Дальше, да. Также мы можем работать с какими-то структурами. То есть мы выделяем здесь какую-то память, и мы знаем, что она просто лежит линейно. То есть она идет прям подряд. И адреса будут, ну, тоже идти подряд. Поэтому мы, ну, то, как мы будем это трактовать, это наша задача. Мы можем как угодно считать, что здесь лежит. Поэтому можем считать так, что у нас лежат здесь такие условные структурки. И в каждой структуре у нас два значения. У нас есть вес и рост человека. И мы просто по двойкам заполним вот эти вот структурки. Вот у нас есть вес-рост первого человека, вес-рост второго человека и вес-рост третьего человека.
Кто-то может сказать, сколько мы вот здесь всего выделили для памяти? Ну, сколько интов умножить на 4? Да, ну, сколько получается? Я не умею считать, там много. Ну да, правильно, 24. Так, и сейчас мы попробуем сделать следующее. Попробуем напечатать. То есть у нас теперь программа будет принимать индекс человека, и мы будем печатать его рост, вес. Что будем делать? Сначала, естественно, мы считаем этот индекс, сложим его в UBX, и после этого как раз воспользуемся штукой, которую мы писали. Мы сложим, мы, получается, возьмем индекс, умножим его на 8 и сдвинемся от начала на 8. Понятно ли, почему нам нужно двигаться на 8, а не на 4, как в тот раз мы делали? Хорошо, я вижу, что тут два человека кивают. Мы типа рост хотим, да? Нет, мы хотим не рост. Мы сейчас хотим найти место в нашем массиве, в котором лежит очередной человек. А, это, ну, окей. Ну, заодно и рост как бы там. Ну, по ростам будет все равно идти. Ну, рост, сначала вес? Нет, кстати, ну, если мы так сделаем, на вес у нас будет указывать. Так у нас вес первый, значит, он... Ну, вот мы и попадаем. То есть, если мы сдвигаемся на 8... А, все-все-все, да-да-да, я понял. Окей. Да, давайте тогда я скажу. Мы будем двигаться восьмерками теперь, а не четверками. И почему будем делать восьмерками? Потому что мы за один раз хотим проходить две вот эти штучки. То есть, рост, вес мы хотим пропускать за один индекс. И, соответственно, если у нас будет EBX лежать 1, то мы 1 умножим на 8, пойдем вот сюда, вот, в нулевой элемент. Если в EBX будет лежать, я сказал 1, если там будет лежать 0, да, то мы пойдем в нулевой элемент. Если там будет лежать 1, то мы скипнем 8, вот эти 2 скипнем, и будем уже находиться вот здесь. Вот, это то, что у нас лежит в... То есть мы берем из нашего массива персон, отступаем столько, сколько лежит EBX, умноженное на 8. И печатаем это. После этого мы хотим отступить столько же, сколько мы отступали, только еще 4. Потому что мы отступаем 8 для того, чтобы сделать, чтобы получить вес. А чтобы получить рост, нам нужно еще на 4 отступить, чтобы вес скипнуть. Поэтому мы можем сделать следующее. Мы могли бы сделать на самом деле то, как раз как я говорил, мы могли бы четверку сложить в EDX и сделать вот то же самое, что мы сделали выше, только передать сюда еще и отступ. Вот, и тогда мы бы здесь перешли бы на EBX умножить на 8 плюс EDX. То есть вот здесь вот было бы EBX умножить на 8 плюс EDX. И это бы сложилось в EX. Вот. Но чтобы это не писать, на самом деле мы можем сделать вот так вот. Мы можем просто увеличить указатель, который мы получаем от персон. Вот. То есть мы сразу отступим 4 от начала, и после этого уже прибавим 8. Вот. То есть что мы здесь сделали? Мы на самом деле просто... Давайте я здесь по-другому напишу. Я напишу адрес опять же. Вот, то есть мы к адресу персон могли бы прибавить... Почему я ABX написал? EBX. EBX умножить на 8 плюс EDX. А здесь мы делаем следующее. Мы делаем адрес... плюс 4. И к этому уже прибавляем EBX умноженное на 8. И складываем опять же в EX. Вот. То есть мы просто взяли и к самому первому, к самому начальному адресу, с которым мы начинаем работать, мы прибавили к нему четверку. То есть двинули сразу, и дальше можем восьмерками спокойно ходить, сколько нам понадобится. Так. С этим понятно, что мы здесь сделали? Давайте посмотрим сейчас, как это работает. Если возникнут вопросы, то задавайте. Так, это называется... Так, если мы хотим получить к нулевому элементу, то вот мы получили 80, 180.
вес и рост первого человека. Если мы запрашиваем доступ к первому элементу, то получаем как раз 70-160. Это второй, получается, второй элемент нашего массива из структур. И если мы запросим к третьему, то вот, ну да, третьего нет. И нам повезло, что там лежали нули. Но вот если мы ко второму, то вот там 3130 лежит. Так, понятно ли, что мы здесь сделали? Ну, хорошо, будем считать, что понятно. Так. Можно вот эту секцию data писать, например, вверху? Или при... Да, ее можно писать где угодно. Главное, чтобы... Ну, тогда нужно будет явно указать, что секция текст началась. Угу. Вот. Главное, чтобы у нас секция текст и секция data, они ну, разделялись. То есть можно куда угодно перенести. Главное, чтобы текст был в тексте, а дата в дате. Ну, это как паблик и private у классов C++. Ну да, да, типа того. Спасибо. Вот, то есть, ну, логика такая же, да. Если их несколько написать, то они все в одну объединятся. Так. Хорошо. Тогда давайте... Так, времени не очень много. Давайте тогда... Быстро тогда поговорим. Мы можем также писать еще и функции. Вот, в функциях нам нужно делать следующее. Вот здесь простая программа, которая принимает EAX, вызывает функцию, на самом деле это под программу, но мы можем называть функцией, функцию WEAX. EAX там складывается сам собой и возвращается. Вот, когда мы делаем read, мы говорим, что... мы могли бы на самом деле сделать бы jump обратно, вот. Но когда мы делаем call, то место, откуда мы сделали call, помещается в стек. Сейчас мы просто скажем, что это такое. И если мы в функции сделаем read, то как раз перейдем обратно в то место, откуда мы сделали call. Вот. Это нам так помогает работать с кодом. Дело так, чтобы мы функции могли вызывать и возвращаться из них нормально, как вот мы привыкли. Что вот мы вызвали функцию и вернулись, как только функция отработала, вернулись в то же место, откуда мы начали, откуда мы ее вызвали. Вот в данном случае, вот мы здесь вот делаем call WEAX, и после того, как она выполнится, мы продолжим выполнение вот отсюда. А все функции как бы войдовые? Что еще раз? Все функции, то есть они ничего не возвращают? Ну, в данном случае, вот конкретно вот эта функция, она ничего не возвращает, но вообще они могут возвращать. Точнее, даже не так. Вот сейчас так вышло, что эта функция возвращает, потому что считается, что то, что вернула функция, лежит в регистре EAX. Вот, то есть, если функция что-то вернула, то нужно проверить EAX и узнать, что там лежит. В данном случае если, там... Да. Если был бы, например, double EBX, тогда что бы происходило? Нам надо было бы положить это в EAX в итоге или... Ну, формально мы можем так сделать. Мы можем сделать так, чтобы просто у нас... тут вот А поменять на Б, ну, и, соответственно, во втором случае тоже. Но тогда, ну, если ваша программа знает о том, что такой прикол происходит, и то, что нужно читать ответ из EBX, то в целом ничего не сломается. Вот. Но если кто-то другой захочет использовать вашу программу, то он будет ожидать ответ в регистре EAX, и, но он не узнает, что у вас EBX лежит что-то, и не прочитает это. Ну, то есть, если мы напишем, что клади в EBX, то оно и положит в EBX. Да-да, тут никак не меняется логика того, что происходит. Здесь мы просто по-хитрому описываем jump. Окей. Okay. Вот, и здесь что угодно можно. Можно в любом регистре что угодно вернуть и что сделать. Вам нужно думать не о том, что это какая-то функция, а о том, что просто мы делаем, когда делаем call, делаем jump сюда, а когда делаем read, делаем jump обратно. Вот. Все, что было в регистре, все так и остается. Так. Какие-то вопросы по этому поводу есть? А, то есть у нас... А, ну, говори. А что такое... Ну, что делает read в этом случае? Он как бы завершает программу или... Он не завершает программу. Сейчас мы, когда поговорим про стек, будет понятно, что делает read. Но вообще read, он делает... Ну вот место, откуда мы вызвали call, вот этот, оно сохраняется. И когда мы делаем read,
то ред нас возвращает в это место, откуда мы сделали кол. Вот программа не завершается. Просто мы возвращаемся в то место, откуда мы начали, и продолжаем дальше выполняться. А, все, я поняла. Ну, то есть, когда мы возвращаемся к тому месту, откуда мы начали, мы еще раз не вызываем call WAX, а идем сразу call write. Да, да, конечно. Мы следующую инструкцию, конечно, начинает выполняться. Хорошо. Вот у меня вопрос. Он, получается, вот это вот, типа, подпрограмма, она меняет EAX? Ну, типа, как принимает, там, я не знаю, посылки? Там. Нет, не нужно про это думать, как будто бы у нас какая-то функция, которая что-то куда-то принимает. Думайте о том, что мы просто сделали jump. Когда мы делаем jump, у нас никакие регистры не меняются. Мы просто начинаем исполнять в другом месте. Вот. И здесь, на самом деле, мы сделали просто jump сюда, в начало, а потом сделали просто jump обратно, и все. Но EAX при этом не поменялся. Почему поменялся? А, поменял. Ну вот, я это и пытался понять. Мы же... У нас EAX... Мы EAX... изменили содержимое. Да-да, вот. Здесь содержимое поменяется. Ну, давайте, ладно, проверим тогда. Да не, ну, я понял. Просто я думал, что там вот есть как раз-таки вот эта вот разница, типа там по значению, по посылке. Нет, здесь разницы никакой нет. Да, обратно получили 80. Нет, тут нет никакого по значению или по ссылке, потому что здесь те же самые регистры, которые вот у нас... Вот в этой части программы у нас регистры те же самые, с теми же самыми значениями, что и вот в этой. Вот. Для того, чтобы у нас не менялось значение, нужно как раз какие-то действия предпринять. А для того, чтобы поменялось, ничего делать не нужно. Хорошо. Давайте тогда пойдем дальше. Теперь поговорим про стек. Что такое стек? На самом деле у нас есть какая-то область памяти, в которой мы можем что-то класть. Можно что-то класть, что-то брать. Вот. И когда вызываем подпрограмму какую-то, то мы тоже можем через стек, например, ей передать параметры. И с помощью стека как раз мы узнаем, куда нам нужно вернуться. То есть, куда нам вот этот ред будет нас возвращать. Вот. Стек — это просто какой-то массив, как вот мы раньше делали с массивом. И у него есть несколько особенностей. Во-первых, у нас появляется новый регистр ESP, который всегда указывает на вершину стека. То есть, если мы что-то положим в стек, то регистр ESP сдвинется. Вот. Сам нам для этого ничего делать не нужно. Вот, он будет лежать, он будет всегда указывать на верхушку. И второе важное свойство, что стек растет в сторону уменьшения памяти. Вот, то есть если мы, у нас была какая-то ячейка вершины стека, мы туда что-то еще положили, и то, куда указывает ESP, будет иметь адрес меньший, чем тот, который был изначально. Понятно, да? Ну, вот здесь нарисованы адреса. Каждый следующий адрес у нас будет меньше, чем предыдущий. Зачем так сделали? Ну, это... Ну, так просто, видимо, исторически сейчас так было удобней. Ну, как бы было два варианта, как сделать. Чтобы увеличивались или уменьшались адреса. И вот сделали, чтобы уменьшались. Вот. Это не очень интуитивно, и сейчас мы поймем. Вот мы сейчас уже попробовали походить по массивам, поняли, что это не очень-то удобно делать, запоминать вот эти все умножения, но выбора нет, со стеком придется так работать. Так, сейчас мы сделаем следующее. Сейчас, возможно, пока еще не очень понятно, что происходит со стеком, но мы сейчас разберемся. Пусть у нас будет такая программа. Что она делает? Она она считывает EAX, ну, считывает одно число, потом вызывает функцию, которая называется addEAX, вот это. Дальше эта функция считывает еще два числа, кладет их на стек, и после стека берет и прибавляет к EAX.
Немножко пока искусственно. Мы просто так ради ничего кладем это на стек, ну, просто чтобы разобраться, как он работает. Дальше будет уже понятно. Как минимум, один из примеров, зачем можно класть на стек, это то, что у нас не бесконечное количество регистров, и если мы хотим хранить какие-то много данных одновременно, разных, то нам рано или поздно регистры кончатся, и придется класть на стек. Так. Что важно еще? Что у нас есть регистры, которые мы, когда вызывают нашу функцию, значения которых мы обязуемся сохранить, а есть регистры, значения которых мы можем менять. Вот как раз то, что мы делали в предыдущей программе. Вот здесь вот мы просто взяли, когда вызвали нашу подпрограмму, взяли и поменяли значение регистра EX. Если мы сами с собой работаем, то это норма, нам никто ничего не скажет. Но если мы хотим работать с другими программами, то другие программы ожидают нас какого-то конкретного поведения, которое называется соглашение о вызовах. Вот в соглашении о вызовах сказано, что какие-то регистры при вызове нашей функции ожидается, что они меняться не будут, а какие-то ожидается, что будут меняться, там может быть что угодно с ними происходить. В частности, нам нельзя менять регистр ESP, регистр EBP, EBX, EDI. То есть менять на самом деле можно только ABX. Ой, как он называется-то? EX, EDX и ECX. Вот, это регистры, которые мы можем поменять на самом деле. Если мы хотим менять еще другие регистры, то нам нужно их заранее положить на стек. После этого мы их как-то меняем. После этого мы забираем значение со стека в этот регистр. И, то есть внешне кажется, как будто мы его не поменяли. То есть мы где-то там сохранили значение старое, потом поработали с регистром, и потом это значение обратно положили в тот же самый регистр. Вот. И кроме этого, мы еще... сейчас как сказать? Нам нужно, чтобы когда... То есть когда вызывают нашу программу, на стек кладется адрес возврата. Вот как раз тот самый адрес, который мы говорили, для того, чтобы сделать вот этот джамп в обратную сторону. Вот. То есть чтобы ред отработал, ему нужно знать, куда ему нужно переместиться. И вот чтобы ему знать, туда кладется адрес возврата. Вот здесь есть пример. Но не суть пока что. На стеке лежит адрес возврата, и когда наша функция доработала, нужно сделать так, чтобы ESP был там, где адрес возврата. Вот. То есть чтобы после вызова RED у нас ESP указывал на то место в стеке, на которое он указывал изначально. Понятно, да? То есть нам дали стек в каком-то состоянии, мы по нему там что-то походили, что-то подбавляли. И после выхода из программы мы должны вернуть стек в том же самом состоянии, в котором он был. То есть у нас ESP, вот он двигается туда-сюда как-то, он должен остаться на том же месте, на котором он был, для того, чтобы RED корректно отработал. Потому что RED возьмет вот это значение, которое там лежит, и по нему перейдет. Вот. Поэтому мы делаем следующее. Чтобы сохранить это значение, мы принято его класть в регистр EBP. То есть мы изначально значение ESP сохраняем куда-то, дальше работаем спокойно со стеком, не думаем, куда там у нас ESP двигается, и после этого просто обратно скопируем значение. Вот. Значение регистра EBP мы должны сохранить по соглашению о вызовах, поэтому мы первым делом делаем следующее. Мы кладем EBP в стек, для этого пользуемся командой push, и после этого мы перемещаем ESP в EBP. Вот. В ESP лежит адрес какой-то, поэтому не нужны никакие скобочки, там прям чиселками лежит адрес. После того, как мы это сделали, вот эти две строчки, это называется пролог, по-моему, у нас, мы знаем, мы сохранили где-то ESP, и когда будем выходить из программы, мы спокойно сможем это ESP достать и вернуть стек в исходном состоянии, в котором он был. Так. После того, как мы это сделали, у нас... все, мы обезопасили наш ESP, и теперь можем с ним делать что угодно. Можем выделять себе память, тратить память, как хотим. Так, и мы сделаем следующее. Мы вычтем из ESP 8. Что это значит? Поскольку у нас стек увеличивается в сторону уменьшения адреса, то когда мы вычтем 8 из ESP,
то мы на самом деле стек увеличим на 8 байт и сможем там положить 2 инта. И после того, как мы это сделали, у нас будет стек выглядеть следующим образом. Вот, я, вот он тут на бок повернут. Здесь вот какая-то, какие-то данные от функции, которая нас вызывала. Здесь return, как раз то, куда указывал ESP в самом начале. И куда он должен указывать в самом конце. Вот сюда вот, на этот return. После этого, когда мы сделали push, у нас вот здесь вот лежит самое старое значение EBP. То есть вот этот push вот мы сделали. И после этого мы еще вышли 8, и у нас здесь освободилось место под 2 инта. И теперь у нас ESP указывает на верхушку стека, там, где у нас int лежит. За ним лежит еще один int. За ним лежит значение EBP старое. И за ним лежит уже адрес возврата. Так, понятно, что произошло со стеком. И вообще... Может, мы вот 8 байт ну, как бы вычитаем, и у нас стек увеличивается. Вот не совсем понятно. А, да, вот это не самый очевидный момент. У нас стек растет в сторону уменьшения адресов. Сейчас наш стек, самый верхний адрес, который у него есть, это, ну, этот адрес лежит в регистре ESP. И чтобы нам увеличить стек, нам нужно ESP подвинуть вверх. А поскольку растет у нас стек в сторону уменьшения адресов, то чтобы его подвинуть, нам нужно вычесть из него. А, все, понятно. То есть я правильно понимаю, что это просто отступ, но в алогичную сторону? Да, да. Понимаю. То есть когда мы делаем вот сейчас SAP 8, мы просто вычли 8 из адреса и сделали, да, просто какой-то отступ. Так. Вот. После этого... Да, мы хотели в нашей программе добавлять к EX, поэтому EX просто сохраним в EDX, чтобы можно было что-то сочетать. Сочетаем какое-то значение с клавиатуры. И дальше мы хотим это значение положить на стек, как раз в то место, которое мы выделили. Чтобы это сделать, мы сложим EX, который мы только что сочетали, вот сюда. Минус 4 от EBP. Почему мы смотрим этот адрес от EBP? Потому что нам в будущем так будет удобней, поскольку когда мы работаем со стеком, у нас ESP просто куда-то туда-сюда двигается без нашего ведома. А где EBP, мы знаем. Мы его в самом начале закрепили, и двигаться он больше не будет. Поэтому можем безопасно отступать от EBP. Вот. А что значит, что мы минус 4 от EBP сделали? Вот у нас изначально EBP здесь находится. Мы отступили от него 4, и мы находимся вот здесь, там, где B как раз. И если мы по этому адресу что-то запишем, то как раз запишем вот в новое место, которое мы выделили. Аналогично, если мы отступим 8, то мы запишем вот сюда вот в то, куда вот, ну, где А написано, то, куда мы второй int собирались сохранять. Вот. Поэтому мы отступим от EBP на 4, опять же, с минусом, потому что мы идем в сторону увеличения стека, и очевидно, что с минусом делается. После этого мы считываем еще одно число и кладем его уже с отступом 8. Так, понятно, что за 4 и 8, почему они такие? Или еще раз пояснить? Ладно, хорошо. Считать, не очень понятна разница между 4 и 8. То есть, получается, когда 8, мы сдвигаем на 2 инта, ну, наверх, вот, и как бы мы можем еще 2 инта добавить, а когда 4, только 1 инт можем добавить еще, вот, и сдвигаем адрес, соответственно, повыше, но чуть ну, как бы не так высоко. Ну да. То есть нам нужно просто понять, куда нам нужно записать данные. Мы запишем их или вот сюда, ну, хотим записать, точнее, или вот сюда вот, в B, или в A. А как нам понять, ну, как нам сказать, запиши в B. Нам нужно найти адрес, куда нам нужно записать. И чтобы найти нам адрес, мы должны к вот этому адресу, потому что мы EBP знаем, где адрес находится, вычесть из него 4. Потому что мы тогда, как только вычтем, мы сразу же пойдем вот сюда вот. А мы не знаем адрес ESP? Адрес ESP мы знаем. То есть мы могли на самом деле вот здесь вот сделать не минус 4 EBP, а плюс 4 ESP, чтобы в то же самое место положить. Вот сюда вот. Если мы сделаем плюс 4 к ESP, мы тоже сюда же попадем.
А если сделаем плюс 0 к ESP, то вот мы в А запишем. То есть это наш как бы выбор, с какой стороны отсчитывать. Или можем отсчитывать от ЕПП в одну сторону, или от ESP в другую сторону. Вот. Но с отчетом от ESP есть сложности, потому что если мы где-то вот здесь в середине сделаем пуш какой-то, то все, у нас ESP куда-то сдвинется. И нам нужно будет заново сидеть и думать, так, нам нужно еще 4 куда-то сдвинуть. И это неудобно. А ЕПП у нас всегда на месте, и от ЕПП мы всегда, ну, он не будет меняться в течение программы. И от него удобней отсчитывать. Хорошо. После этого мы прибавляем. А, мы, да, мы возвращаем обратно наш EDX, который мы сохранили там в EX, и делаем аналогично. Сначала мы к EX прибавляем вот этот, вот эту часть, которая отвечает за минус 8, это А. То есть сначала мы прибавляем А, и после этого в следующей строчке прибавляем B. То есть мы также делаем отступ от EVP и складываем все это в X. После этого что мы должны сделать? После этого мы должны... Мы все, что сделали, все, что хотели сделать, сделали. У нас теперь в EAX лежит ответ, который мы хотим вернуть. И после этого нам нужно вернуть ESP на место. Как нам узнать, где у нас был ESP, где у нас ESP? В целом мы можем сделать вот так вот. Можем сделать add 8 ESP. И все. И ESP будет на месте, потому что мы знаем, что мы сначала из него вычли 8, потом прибавили 8, и ESP минус 8 плюс 8, он останется на месте. Но если мы хотим делать так, то нам нужно следить за всеми вообще операциями, которые происходят с ESP. То есть за всеми пушами, а там тогда даже не 8 будет, там нужно будет еще, потому что мы еще пуш делали в начале. Вот я уже сразу не уследил, и на самом деле нужно было бы 12 делать, потому что мы еще пуш делали. И мы должны сдвинуть, да, на раз, два, три раза по 4 должны сдвинуть. Ну вот, чтобы таких косяков не происходило, мы просто перемещаем то, что лежит в ЕБП, в ЕСП. То есть по факту мы просто ЕСП передвинули к ЕБП. Вот как вот здесь на картинке. Мы взяли ЕСП, просто силой переместили туда, куда у нас указывает ЕБП. И после этого, поскольку мы должны были сохранить значение ЕБП исходное, мы делаем поп. Поп, как подсказывает логика, он берет верхний элемент со стека и складываем его в ЕБП. Таким образом, что мы сделали? Мы сохранили значение EBP, которое изначально какое-то пришло, мы его сохранили на стек, как-то EBP поменяли, потом обратно сделали поп, и в EBP уже лежит то, что было изначально. И кроме этого, вместе с попом у нас ESP переместился в конец, переместился в return, и после того, как мы вызовем ред, он как раз будет знать, куда ему нужно вернуться. И вернется как раз в самое в нужное место, вот сюда, вот, откуда мы его вызвали. Так, понятно ли, что мы сделали здесь? Можно, пожалуйста, последнюю часть про поп еще раз? Да, изначально, поскольку у нас есть соглашение о вызовах, мы знаем, что у нас EBP нужно сохранить таким, которым пришел к нам изначально в программу. То есть мы в нашей функции, вот в этой, у нас есть какое-то значение регистра EBP, и мы должны его были... после завершения программы точно таким же и оставить. Поэтому мы его сложили сразу на стек, вот сделали пуш. И после того, как мы его сложили, мы знаем, что потом когда-нибудь мы заберем это значение обратно, а пока можем менять. Вот мы как-то вот тут меняли, и теперь приходит время вернуть обратно значение, которое было изначально. И мы делаем, мы добиваем ситуации, когда у нас ESP и EBP оба смотрят на место в стеке, в котором лежит старое значение EBP, которое мы как раз сохранили. И делаем поп. Во время попа у нас вот это значение, которое лежит в, по адресу, куда указывает ESP, у нас ESP сейчас сюда указывает, это значение переложится в регистр, который мы здесь вот указали. Вот. То есть в данном случае мы вот этот old EBP мы переложим в EBP обратно. И поскольку это поп, то он будет считать, что мы как бы удалили это значение, и он сдвинется вправо. Вот. А вправо, когда он сдвинется, он как раз будет на адресе возврата находиться. И все. И после того, как он... Теперь наша программа в каком состоянии? У нас ESP находится там же, где находился в самом начале. В EAX у нас лежит значение, которое мы хотели бы вернуть. И когда мы вызываем ред,
то мы вот по вот этому адресу, который здесь нам услужливо подложил ассемблер, мы по нему перейдем. А к нам по нему перейдем, мы окажемся как раз вот здесь вот. У меня вопросик. А вот мы когда посреди стека просто попаем что-то, ну вот мы ЕБП взяли и попнули, у нас получается, что все байтики, ну типа индексы, я не знаю, они съехали вправо или как? То есть мы ко всем адресам прибавили 4 байта и... Вопрос в том, что когда мы именно ЕБП попнули или вообще что угодно попнули? Ну, имеется в виду что угодно в середине стека, вот. Да, ну вот если мы, когда мы попаем что-то, то у нас двигается, на самом деле, как поп устроен, у нас просто ESP сдвигается на один вправо. Вот, и если бы мы индексировались от ESP, то если бы мы здесь написали на самом не минус 4 ЕБП, а сколько там, плюс 4 ESP, то да, у нас бы все вот эти адреса подвигались, и нам пришлось бы заново их думать, как индексировать. Но поскольку мы считаем это от ЕБП, то при попе с ЕБП ничего не происходит. У нас только ESP двигается. И у нас вся индексация остается точно такой же. Ну, получается, сейчас, если можно рисовать, вот эта штука останется на месте на своем же адресе, и вот эта штука... Да, они все остаются на своих адресах. А с вот этой что? Она просто пустой останется? Нет, она тоже останется здесь. Все остается на месте. Значение old EBP останется? Оно будет точно так же лежать на стеке. Ой, прикольно, я не знал, что так можно рисовать. Да, оно просто останется тоже лежать на стеке. И даже после того, как мы вернемся из функции, оно все равно там еще будет лежать. Но просто программа, которая дальше будет выполняться, ей будет без разницы. Она там будет, что-то там лежит, и оно что-то туда сверху запишет, и все, наше значение перезатрется. А, окей, я понял. Вот, как раз из-за таких вот приколов и возникает всякий мусор, когда не инициализируешь какие-то переменные. Ну, не только из-за стека, но в целом, да. Вот он не почистил за собой, но это никто не требовал. И поэтому у нас наши значения там все еще лежат. Вот. Но самое важное, что когда мы делаем поп, у нас это значение остается тут лежать, но оно сохраняется в ЕБП. Вот, то есть в регистре ЕБП оно тоже будет. И вот там оно уже должно быть, и его ожидают там увидеть. То, что здесь у нас он на стеке останется, это всем без разницы. Пусть там хоть что угодно находится. Окей, я понял. Вот, теперь давайте быстренько make. Так, и мы вводим, получается, первое число, которое мы как раз передали в функцию. Второе, которое мы уже из функции читаем. И третье, которое тоже из функции читаем. И, прикольно, что еще степень двойки получилась. Я не специально это делал. Хорошо. С этим, надеюсь, что понятно. В любом случае, посмотрите еще. Все понятно. А вот а что в make у тебя записано? А в make то же самое. Я скатал его с лекции. А, окей. Вот, то есть он вот такой вот. А, не make, а... Вот. А, окей, хорошо. Так, дальше. Теперь давайте мы сделаем штуку. Следующую. У нас будет код на C, в котором будет функция, а эту функцию мы напишем на ассемблере. Вот у нас будет такой код. Мы будем писать функцию плюс, которая принимает себе два инта и возвращает сумму этих двух интов. Как раз вот для таких примеров, когда у нас вот этот код уже написан не нами, и ассемблерный код, который из этого сгенерируется, он тоже будет не наш. Но он будет соблюдать то соглашение о вызовах, про которое мы говорили. И как раз ради того, чтобы делать вот это вот, вот так все компоновать, мы и делаем вот это вот, мутим с EBP, с ESP, с сохранением регистров и так далее. Так, здесь мы напишем, получается, дефолтный код на C, то есть мы просто сохраним, считаем две переменных, A и B, и вызовем функцию плюс, которую вернет нам C, какой-то тоже int, и напечатаем его. Ну, здесь все понятно. Вот, здесь мы сразу объявляем функцию и говорим компилятору, что вот у нас функция на самом деле это есть, мы ее где-то там потом объявим. Вот, в лекции в самом конце говорилось про то, как это работает, и я напишу про это текстово, вот, но пока что просто не обращайте внимания, просто нам это нужно. Написать, чтобы у нас просто компилятор нашел эту функцию, потому что она у нас будет в ассемблере. А сама функция у нас будет такая. Здесь мы теперь пишем global plus, а не global main.
для того, чтобы у нас функцию плюс было видно. И здесь делаем то же самое. Мы, получается, сохраняем ЕБП, сдвигаем ESP к ЕБП, как мы до этого делали, чтобы сохранить значение ЕБП. А, не сдвигаем, в смысле, а сохраняем. Вот. И теперь у нас... мы хотим как-то получить значение, которое нам передались в функцию. То есть вот нас вызывает нашу функцию с аргументами А и Б, и мы хотим как-то получить эти аргументы. Что мы для этого делаем? Для этого на самом деле у нас есть договоренность, что аргументы функции лежат перед адресом возврата. Вот, то есть стек выглядит для нас вот так. У нас лежит здесь Б, после этого лежит А, после этого лежит адрес возврата, и в самом начале вот сюда на этот адрес возврата и указывает ESP. И для того, чтобы нам получить аргументы А и Б, нам нужно в плюс пройтись по стеку. Что мы и делаем? Мы сделали push, теперь у нас ESP и EBP сдвинулись, и они находятся вот здесь. Что нам нужно сделать для того, чтобы получить А? Нам нужно от EBP отступить сколько? Раз, два, два раза по 4. Вот мы отступаем два раза по 4 и получаем А. Отступаем в плюс, потому что мы идем в сторону, то есть мы идем ниже по стеку. Не выше, а ниже. И чтобы получить Б, нам нужно уже 12 отступить. Мы отступаем, получается, ЕБП, старый ЕБП, отступаем адрес возврата и отступаем А. То есть мы вот эти вот три штуки отступили и как раз попали на B. Вот. Из стека мы, получается, забрали A и B, сложили в EX и DX, складываем их, и результат сохраняем в EX. Важно сохранить в EX, потому что программа, которая нас вызывает, ожидает увидеть результат в EX. После этого делаем... поскольку мы стек наш никуда не двигали, по-хорошему нужно было бы здесь делать move EBP, EBP, ESP, чтобы вернуть, ну, только тут, чтобы вернуть ESP в исходное состояние. Но мы ESP никак не двигали, поэтому это можно опустить и просто в EBP вернуть исходное значение EBP. И после этого делаем return. Так, понятно ли, что мы здесь сделали? Из нового, из того, что мы до этого не делали, у нас появились только вот эти аргументы, которые нам передались. И мы знаем, что у нас эти аргументы лежат ну, ниже по стеку. Ну, соответственно, с адресами больше, чем адреса, которые у нас в ESP лежит. Ладно, будем считать, что вы поняли. И тогда собирать нам это нужно следующим образом. Мы пишем gcc минус m32, опять же. И пишем... Перечисляем здесь все, что нам нужно. Вот у меня есть две программы. Add с расширением S – это сэмперная часть. С расширением C – это сишная часть. Дальше минус O. Так, и теперь я запишу add C. То вот мы считываем одно число, считываем второе число. И получили 25. Вот, то есть то, что мы положили вот здесь вот в регистр EAX в конце, наша программа вот здесь вот, она поняла это и положила это в C. Переложила значение из регистра EAX в C. И после этого мы C спокойно напечатали. Понятно, что тут произошло? Этот код весь будет, так что если вы там хотите покопаться, то покопаетесь. То же самое можем сделать с плюсами. Вот. То есть мы точно так же берем три инта, считываем АБ, в С сохраняем результат плюса АБ и печатаем С. Но здесь нужно важно еще отметить, что здесь нужно писать экстерн C. Для чего это нужно? Потому что в плюсах у нас разрешено делать такие штуки. У нас может быть int плюс там int, может быть int плюс дабл-дабл. Ладно, будем считать, что это дабл написано. Дабл-дабл. И никаких проблем не возникнет от этого. Но в C так нельзя делать.
в C может быть только одна функция с такой, с одной, с данной, с данным названием. Поэтому, когда плюсы, плюсовый, когда собирается плюсовый код, он на самом деле здесь будет писать, искать не функцию с именем плюс, а будет искать функцию с именем плюс int int. А у нас такой функции нет. У нас есть только, вот мы объявляли функцию плюс. Поэтому нам нужно сказать, что вот когда ты будешь делать препроцессинг кода на плюсах, делай его так, как будто бы ты делал его в C. И для этого мы пишем экстерно C. И после этого он нашу функцию будет искать уже не как плюс int int, так просто как плюс. А такая функция у нас уже есть. Вот. Запускаем точно так же, только у нас... сейчас. Запускаем только, точно так же, только у нас здесь будет, во-первых, cpp, потому что это другой файл. И, во-вторых, не gcc, а g++. Все, и теперь мы сделаем это c. 26. Вот, точно так же работает. Так что от C это принципиально не отличается, кроме того, что нужно не забыть экстерн написать. Иначе бы он не нашел эту функцию. Так. Дальше поехали. Блин, мы, кажется, не успеем это сделать, конечно. Ладно, давайте теперь сделаем следующее. Мы хотим... Хотя, стоп, может, это не нужно? Да, ладно, это нужно. Мы хотим вызвать какую-то функцию. Вот, в данном случае мы хотим вызвать функцию print. Print — это просто та же самая C-шная функция, которая вот, как вот мы вот, вот здесь вот делали. Тут мы вызывали плюс, а здесь мы хотим вызывать print, чтобы что-то напечатать. Наша задача будет следующая. Нам передается два числа. Да, мы хотим сделать так, чтобы наш print напечатал числа 4 и 5. Что нам нужно? Мы знаем, что у нас, как мы уже выяснили до этого, что аргументы, которым передаем функцию, лежат до того, до вызова функции. Вот, во время вызова функции кладется адрес возврата, а аргументы мы должны положить раньше. Поэтому вот наша функция, здесь мы делаем опять вот этот вот дефолтный push-move, тоже мы знаем. И после этого мы должны положить аргументы, которые хочет от нас принять print. Мы кладем это 5-4, просто какие-то два числа. И кладем формат. Ну, как мы помним, как у нас работает print? У нас у принта есть несколько аргументов. Первый аргумент — это форматная строчка. И дальше идут аргументы, которые там дальше подставятся в эту строчку. Вот. Поэтому мы кладем сначала аргумент, который подставит строчку, потом формат. Вот он, формат ниже объявлен. Как я говорил раньше, можем строчки тоже объявлять так. Вот это просто обычная строка. Важно, что формат мы пишем самым последним, потому что он читать будет вот так их подряд. Если мы самым последним его положим, самым первым его прочитают. То есть он будет читать их наоборот. Ну, из-за особенности того, как работает стек. Вот. Важно обратить внимание, что мы здесь кладем адрес. Все, мы положили в стек пятерку, четверку, формат принта, и дальше можем сделать просто call printf. После этого мы двигаем обратно EBP ESP и делаем return. Вот, для этого у меня есть суперпростой main. И если теперь я это запущу, как он называется, simple, simpleprint.c и simple. Ой, тут у меня должен быть a.out, да, видимо. Да, вот он напечатал 4.5. Так, понятно, что здесь произошло. Но это нужно запомнить, что мы кладем аргумент сначала на стек, перед тем, как вызвать функцию. И функция будет считывать аргументы со стека, так как мы положили. И поэтому считывать она будет в другом порядке, в обратном, тому, как мы клали. То есть она прям подряд вот так вот пойдет и будет читать. А мы, когда их кладем, мы их в обратную сторону кладем, потому что push. Так, понятно ли с этим? Хорошо. Теперь хотелось бы написать программу.
которая... Так, все, да, наверное. Да, то, что я планировал и рассказал. Вот, хотелось бы написать следующую программу. У нас есть функция printfib. Мы передаем туда два первых числа, и она печатает три следующих числа Fibonacci. Вот, понятно ли, что мы хотим сделать? Да, просто сказать, первое со вторым получает третье, второе с третьим получает четвертое, и третье с четвертым получает пятое. Так, вот, но времени... Получаем одно число Fibonacci? Нет, три числа Fibonacci. А, окей. Три следующих. То есть мы два первых получаем, три следующих печатаем. Если мы первые считаем там не ноль или единицы, а то, которые мы получили, извини. Да? Да, да. То есть мы можем написать 0,1 и получить стандартную последовательность Fibonacci, можем передать любые другие и получить уже, ну, нестандартную, какую захотим. Так, у нас остается 3 минуты, правильно, до конца пары? Успеем, успеем, нормально. Успеем? Нет, ну, хотелось бы, чтобы кто-то из вас это написал. Вот мне нужно баллы вам как-то выставлять. Кто-то чувствует себя очень уверенно в ассемблере. Так. Ладно, давайте тогда сделаем так. Давайте, чтобы было честно, то, получается, другие студенты получают оценки за семинары, а вы не будете получать. Давайте сделаем так. Вот я сейчас объявил программу. И у вас там будет условно, ну, блин, а у вас же пара. А может, мы сделаем что-то типа тестиков там в каком-нибудь, я не знаю, ну, вот эти вот Google тестики, там условно будут какие-то вопросы, типа, а что вот это делает? Или там будет фотка кода, или там просто код, и что этот код делает, как там это работает и так далее. Просто у нас на Алгосах, например, так было, и всех это устраивало, все было прикольно. Ну да, то есть там кто успевал, тот... Или можно потом какой-нибудь листочек с задачками просто давать. Да, типа, да, 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 вот. Кучки кода и вот. Ладно, вот. Давайте так тогда сделаем. Типа кто успевал, тот получал оценку за семинар, ну, за работу на семинаре. А кто не успевал, ну, тот просто тест решал, потому что, ну, понятно, что сложно всех спросить. Вот, или, например, вот минута остается. Давайте так сделаем. Вот я сказал про эту задачу. И у вас там, условно, времени до конца дня, вот. Кто мне пришлет, тому я, получается, балл поставлю за эту задачу. Кто первый пришлет? Нет, всем, кто пришлет. А, окей. Хорошо? А это можно, справедливо звучит? А можно студентам из других групп задавать? Вроде сказали, что можно любые семинары. Да, да, кто хочет, может задать, любой человек. Условия понятны? То есть у нас вот, и я буду запускать программу с вот этим вот кодом. Вот. И буду ожидать, что три следующих числа Fibonacci напечатаются, причем в правильном порядке. Обратите на это внимание. Так. Все? Справедливо звучит? Есть какие-то возражения? Да, дедлайн этого. Ну, сегодня в 0-0 пусть будет. Ок. Нормально? Давайте так тогда оставим. Я, в общем, сегодня тогда, ну, сейчас кину все вот эти штуки, которые мы делали на GitHub. Там можете посмотреть и тогда доделать уже задачу. Окей. Так, есть какие-то вопросы? Ну да, но не хотелось бы всех задерживать вот там. Хорошо. Давайте тогда, кто хочет еще что-то дополнительно обсудить, вы оставайтесь. Кто все закончил, тогда всем пока. Пара закончилась. А вот этот код, когда мы будем писать на ассемблере, там учитывается, скажем, как отступы расставлены и прочее. То есть такой реджект будет с твоей стороны или нет? Ну, нет, наверное, не будет. Но что, вам сложно поставить нормальные отступы? Там это несложно же делается. Там два правила всего, какие нужно соблюсти. Mm-hmm. Вот. Но я прям жестить не буду, но давайте вы как нормально делаете. Хорошо, все, тогда всем пока. Кому есть что обсудить, тогда оставайтесь, задавайте вопросы. Все, спасибо большое, пока. Да, пока. Спасибо. Спасибо, до свидания. Пока. Так. Вот я решил все-таки начать что-то делать. Вот, запустить вообще любую прогу. Вот, что-то не получается. Типа, в каком формате должен быть документ?
вот, который запускается вот, ну, вот командой типа G++, M32. А, на самом деле в любом формате, ему не принципиально. В любом формате. У меня что-то в смысле, формат, ты имеешь в виду расширение? То, что .s? .s, .c? Да. Нет, это не важно, но как бы принято .s писать у ассемблерного кода, а .c у C-шного. Но в целом там можно любые файлы передать. Ну, то есть, ну, как бы, можно даже просто текстовый? Да. Так это просто текстовый файл на самом деле и есть. Угу. Что это не робит? Вот, то есть, если я сейчас уберу расширение. А, ну да, только здесь у меня в данном примере не получится, потому что у меня получится два одинаковых названия программы. Но в целом можно любые передавать. Ну ладно, я не буду скачивать. А что пишет? Сейчас. Ну, а сложность виртуалки, наверное, будет сюда кинуть. Ну, не знаю, могу демку включить. Нет, а там, ну, может, там просто... начните с этой ошибки, может, я знаю просто, что там. Файл формат not recognized. А ты устанавливал GCC Multilib? GCC Multilib? А, черт возьми, наверное, нет. Вот, но нужно его установить. Это ты, если гайд виртуалки, поэтому есть. Но там нужно писать... Вот, я сейчас напишу. Все, вот так написать. Окей. Вот. И чтобы с плюсов запускалось, надо еще G++ Multilib написать. Или GPP. Ну, G++, по-моему, там с плюсами. Но пока GCC достаточно. Так, какие-то проблемы еще есть, вопросы? Кого-то с виртуалкой? Там? Меня нормально слышно? Да. Ну вот у меня как раз вопрос, вчера мы обсуждали, вот, почему у меня так работает, не работает. Да, давай тогда, ты, не знаю, пошаришь экран, и мы посмотрим. Если не получится ничего, то... Угу. Видимо, надо будет на виртуалке, я не знаю, я не сталкивался с тем, что такое может быть. Угу. Так, ну сейчас. Вот у меня тут программки, я открываю в терминале. И сейчас я вот запущу, которые я присылала. И вот. Сейчас, а можно еще раз стопнуть? Можно Ctrl-C просто нажать? Да. Так, сделай ls. Так, и здесь ты 6.s запускаешь, правильно? Угу. Можешь сделать cat 6.s? Как еще раз? cat, ну как кошка. Cat 6.s. Так. Вот. Так, получается, мы складываем это в... Ну, прям такой же он был на лекции. Сейчас. X, ибо X. Так, хорошо. А теперь как ты запускаешь? Ну, вот можно так, можно еще через вот это вот... Нет, как компилируешь. А, ну, вот у меня здесь написана строчка. GCC минус 32. Да. Странно, действительно. Сейчас. Можешь это вставить еще раз? Неужели он реально не работает? Пароль для Xubuntu, это просто Xubuntu / Xubuntu? Xubuntu, да, просто. Ну и вот так, да. 6.
Не, ну ладно, я все-таки думал, что, может быть, что-то не то там происходит. Может, у лектора спросить? Возможно, да. Я не знаю тогда, что вообще проблема. Ну ладно, я попробую тогда виртуалку установить. Да, ну, наверное, лучше сначала у лектора спросить. Потому что у лектора спрошу. Было уже что-то такое. Если там уже совсем никак, то, видимо. Да, хорошо. Вот, если будут вопросы с установкой виртуалки или какие-то с этим проблемы, то тоже спрашиваю. Я, может, тут уже хорошо, смогу спасибо. Помочь. Да, пожалуйста. Ладно, тогда у меня все. Окей. Угу, пока. Пока. У меня такой вопрос появился, потому что в чате написали, что накопленный балл выставляется по шкале, которая не учитывает семинарский балл. Угу. Ниже... Шкала нормируется только по баллам ЗДЗ, а оценка по ней выставляется по сумме ЗДЗ и семинары. Это понимать как просто... Ну, я просто не очень понимаю. То есть имеется в виду, что все как и было, что накопленное — это семинары плюс ЗДЗ? Нет, не совсем. Ну, смотри, там получается, у нас есть две шкалы, да? От 0 до 6 баллов и от 7 до 10. Вот. В шкалу от 0 до 6 попадать выгодно. Почему выгодно? Потому что там ты точно знаешь, сколько баллов конвертируется в какую оценку. От 7 до 10 уже непонятно. Уже это зависит от рейтинга. И... сейчас. Нет, это не совсем так. Ну да, нет, это вот то, что сказал, это правда. Вот. И после того... как мы выставляем вам баллы, получается, рейтинг от 7 до 10 высчитывается среди студентов, которые попали выше вот этого куска. Вот. И бонусные баллы в этот рейтинг не идут. То есть мы рейтинг составляем по баллам, которые вы получили только за задачки, и потом к этому прибавляем семинарские баллы. А насколько вообще тяжело получить тот балл, который на шестерку стоит? Я просто как-то не могу понять. Ну, зависит от количества контестов. Вот, но... Можно сказать, что домашек около 20 планируется. Ну да, ну вот, можно посчитать, что там 20 домашек, в каждой домашке по 5 задач. И того там максимальный балл какой-то прям огромный получается. То есть там 20 умножить на 5, умножить на 100. Вот, типа, это, условно, верхняя граница. А, ну еще плюс контрольный. Вот. Так что, да, в целом реально. Что нужно писать в бинарник? То есть, вот, я в GitHub, компиляция, файл name. Есть о bin name. Что тут должно быть? Любое, вообще что угодно, любое слово. Дальше ты просто это, название файла, куда он сложит бинарь. И его тоже вообще любым. Okay. Да, да, любым. Вот, и после этого можно запустить его с точкой слэш. Reference to write E32. А, да, там нужно библиотечку тоже передать туда. То есть ты пишешь g плюс gcc минус m32, что-то там минус g, название файлика и еще название библиотечки вот этой. И файлик с библиотечкой должен лежать рядышком. А где эту библиотечку взять? Ну, там где-то на Вики написано, там в get что-то там. Сейчас я найду, может, я скину сразу. Сейчас я в чат пришлю. Ну, надо же когда-то хоть домов сделать. Да, вот он. Так, я присылаю это тогда в чат в Zoom. Вот, нужно вот эту команду выполнить в той папке, где ты находишься сейчас. Ссылка именно в get. Просто полностью это скопировать и все. Скопировать тяжело. Сейчас. У меня просто виртуалка, и я не знаю, как зашарить, чтобы можно было отсюда иметь доступ к виртуалке. А у тебя Mac? Yeah. А что у тебя, винда? Mm-hmm. Там я оставлял туториал на Вики в 207-й группе.
как это сделать. А, окей, тогда настрою потом. Okay. Ладно, и то есть, когда вот библиотеку поставлю, сложно работать. Ну, ладно. Ну да, то есть сейчас он тебя ругается просто на то, что у тебя нет символов, ну... Да, видимо, да. Из которой в библиотеке объявлено. Вот, если он это ругает, значит, когда добавляешь библиотеку, все должно уже работать. Окей. Okay. Ладно, тогда, наверное, больше не буду задерживать. Хорошо. Если будут какие-то вопросы, конечно, напишу, но пока вроде все понятно. Угу. Ладно, пока. Да, все, пока. Так, а у кого-то есть еще какие-то вопросы? Или все, мы расходимся? Я лично просто слушаю себя. Вот вопросов больше нет. Все ага. Все. Хорошо, пожалуйста. Так, ну все, тогда всем пока.